Конкурс берет свое начало в 2006 году и по сей день с каждым годом, по мнению организаторов, набирает обороты. Это видно по количеству участников. Более 80 исполнителей почти всех возрастов. Конкурс проводится в трех номинациях – сольное народное пение, семейный ансамбль и народные частушки Кожемака Кондюламен. В этом году мероприятие посвящено году семьи, объявленному президентом России Владимиром Путиным. Основными целями и задачами нашего конкурса – популяризации тувинских народных песен для подрастающего нашего поколения. Оставить то, что передалось нам в поколение из уст в уста наши традиции, наши тувинские народные песни, а также устные народные творчество. Действительно, молодежи было куда больше. Дети самых разных возрастов со всей Тувы приехали поучаствовать и показать свои навыки в пении. К примеру, Мэнгюнай Сога принимает участие в номинации «Сольное народное пение». Приехала из села Межигей Тандынского района. Мне 11 лет. Я участвую в конкурсе «Лустунг Рызы». И я занимаюсь почти 4 года. У меня 4 или 3 гран-при. Медали, 2 медали у меня. Если Мэнгюнай относительно давно занимается вокалом, а вот Аделина Дангак – новичок в этом направлении. Мне 6 лет. Я хожу на пение 3 месяца. Это мой второй конкурс. Мне конкурс нравится, и я не волновалась. Улустунг Рызы – это не просто конкурс, это часть истории, культуры и духовности туинского народа. Участники конкурса стараются воплотить в исполнение песни свою глубокую связь с прошлым, свою любовь к родному народу и его культурному наследию. Все участники были награждены ценными призами. Мерген Аюн, Батыр Базанг, Софья Сая, телеканал Тува-24.